Всем привет, я Аня, это Костя Ставр, мы сейчас в Казани. На чемпионате России по киберфутболу. Локомотив представляет наш любимый Антон Клёнов. Где он сейчас? Подожди. Он готовится к турниру, ему в принципе незачем давать интервью, он должен сейчас разминаться в FIFA. Собственно, пожелаем удачи Антону, пока он будет тренироваться и выступать, а Костя будет снимать, как Антон тренируется и выступает. Я пойду поближе знакомиться с остальными фиферами. Вон они, кстати, пошли. Давай. Погнали. Ты кто? Я Арсенал. Тот самый из Лондона. Почти, да. Где пряники? Они в Лондоне. У тебя очень интересная фамилия. Запорожец. Часто барахлишь? На этом турнире каждую игру барахлил. Как тебя зовут? Богдан. Ты за сборную России играл? Да. У тебя все так же печально, как у нашей сборной? Третье место, получше. Ты уже очень сложный и скучный, пока. Почему у тебя такая красивая форма, но ты при этом не вышел даже из группы? Потому что красоты мало. Ты не вышел из группы. Это судьи виноваты. Торос, потому что ты такой же горячий. Наверное, тебе не хватило багажа Оленичева. Я уже сегодня тоже пошутил в одном из прямых эфиров про багаж Оленичева. Не боишься, что Терек подпишет кого-то другого? Ну, я это приму с пониманием. Или ты просто вот придешь вот так вот и все скажут, ладно, умор. А там такие стоят, сидят, знаешь, в клубе работают, вот такие вот. Все еще грозные. Почему Ростов играет в Еврокубках лучше, чем ты? Потому что его тренирует Курбан Бердыев. А тебя кто тренирует? Никто. Что слушаешь в наушниках, когда играешь? Валерий Меладзе. А можно спеть? Нет. Ты фейковый «Зенит». Ты «Зенит-2». Между нами тает лед. Что такое болеть за сборную России, мы все знаем. Играть за нее настолько же больно. Мне кажется, еще больнее, чем болеть. Слушай, ты в одном из интервью назвал себя кибером всея Руси. Ты все еще считаешь себя таковым. А вы думаете, у вас есть такой товарищ или у кого-то другого? Я считаю, что есть. Как понравится красивой девушке? Просто быть красивым. Главное, не играть, как я в FIFA. Каково быть девушкой Фифера? Классно, мне нравится. У тебя есть девушка? Ну, почти. Ну, есть. В смысле, почти она есть? Либо есть, либо ее нет. Есть, есть. Не везет в игре, а в личной жизни везет? Да, нормально все, да. Девушка есть? Есть. Не ревнует к FIFA? Нет. Ник Коннов. Ник Дрон, фамилия Коннов. То есть ты сын Олега Коннова? Нет. У нас разные фамилии. Какая разница? Вы же все из Краснодара все равно. Ну, в принципе, да. А вот вы такой общительный молодой человек, а вы кто? Тамада. Чей? Киберспортивный. А почему так похож на Юрия Газинского? Может быть, ты его сын? Не, мы не родственники, хотя вы не первые, кто замечали у нас Тим Фосса. Ты дружишь с представителем Амкара? Это я правильно понимаю? Да, все верно. Молодой человек, а почему вы не в школе на уроках? А у меня каникулы. Ты бы возглавил сам сборную России по футболу? Да. Ну, в смысле, настоящий. В вашем случае, чтобы... Я думаю, ей бы это не помогло. Турнир прекрасный, все очень здорово, хорошо, проходит без задержек. Игроки в целом довольны, и комментаторы тоже довольны. А можно что-то менее скучное? Менее скучное? Вы какой-то не очень тамада, потому что как-то все не очень. Я веду баптистские свадьбы. Но если натурализовать еще 11 игроков, ну, основного состава, может быть, это поможет нашей сборной. По-другому никак, мне кажется. Блин, мама, это просто прекрасно!
Локомотив молодцы. Болел за Антона, мы с ним соседи, живем рядом. Вот. Но не тренировались, он не захотел с ним тренироваться. Потому что ты слабый, а наш Антон лучше всех. Да, почти. Ну, он хороший игрок, хороший человек. И, ну, так получилось, простите. Все, больше его не обижаем. Мне больше всех понравился Антон, честно говоря. Это не потому, что был Локомотив, просто я его поддерживаю весь турнир. Вот, и, к сожалению, он вылетел, но я считаю, что он один из лучших сегодня. Правильный ответ. Давай, Петюня. Чемпионством я тебя, конечно, не поздравлю, уж извини, но признайся честно, что все решила игра с Кленом, что это была самая сложная игра из всех. Ну, конечно, не только, но... Просто признайся, что да. Ну ладно, да.